кукурузушка молотая. Из нее я пеку лепешки. Просто смешиваю кукурузную вот эту вот крупу. Я ее еще измалываю на кофемолке помельче. Смешиваю с отрубями. Добавляю немного ржаной муки, бывает без. В общем, смешиваю с отрубями, доливаю воду теплую, добавляю что-то такое вкусненькое туда, специи какие-нибудь, горчицу бывает добавляю. Так, что еще там, зиру. На соде, например, можно лепешки выпечь. Соду загасила уксусом или там лимоном. Тесто постояло немножко на солнце, там часик хотя бы. Лепешечки на сковородке прям выпекаю или в духовке. Получаются кукурузные лепешки, желтенькие такие, вкусненькие, для разнообразия просто.